Друзья, Beer Hall пробка, как всегда, в воскресенье открывает вечер караоке живой музыкой. И осталось совсем несколько секунд для того, чтобы на этой сцене возникли посетители Beer Hall со своими желаниями исполнить совместно с музыкантами группы Dreamvest какие-то замечательные хиты. Вот, допустим, как вот это. Сегодня будет живая музыка и одновременно караоке с Dreamvest, да? Да, это да. Знаменитая группа. Знаменитая группа в Харькове, да. И они еще позиционируются на том, что они знают очень много песен, могут подхватить просто на лету. Даже если человек где-то там не попадает в ноту, все это сглаживают музыканты своим умением. Поэтому считаю, что классно. Как ты относишься к самому, вот, можно сказать, жанру, да, караоке? Ну, я считаю, что это очень хорошая штука. Почему? Потому что люди, они-то могут пойти попеть в обычное караоке, где там экраны бегут, строчечки, но попеть с живой группой, ну, мне, честно говоря, даже в детском возрасте очень хотелось хоть бы повесить на себя эту гитару и что-то на ней дрынкнуть, или что-то спеть в микрофон. Сейчас уже это намного проще, благодаря пробке любой человек, который, ну, может быть, никогда не пел со сцены, но очень хочет, может прийти и попробовать, кайфануть. Какие песни в исполнении Dreamvest тебя больше всего трогают струны души? Мне очень нравится песня непосредственно группы Dreamvest, которая называется «Гори та палай». Потрясающая песня. К сожалению, здесь, в пробке, я ее слышала в их исполнении всего лишь раз. Но я надеюсь, что после того, как я сказала об этом в программе «Коза», Олег будет исполнять ее гораздо чаще. Гори та палай, темряві сумніх тумок, не залишай, мені до тебе лишить кров, і та палай. Я наконец-то разгадал секрет, почему этот очаровательный молодой мальчик работает здесь. Да потому что здесь его бесплатно кормят. Питаюсь всем, что дают. Картофель фри, соус. Очень вкусно все. Хочешь попробовать? Обязательно. Давай, я тоже попробую. Можно? Слушайте, это действительно вкусно. Казалось бы, что может быть проще, но это вкусно. Вот так и с караоке у нас, понимаешь? С живым. Скажи, как профессионал, что почерпнул для себя, для своего опыта от братьев Гадюкин? Ну, вокалист вчера сказал такую очень правильную вещь. Он говорит: ребята, никогда не играйте ту музыку, которая вас не прет. Слушатель это слышит. Вы его не обманете. Это по счету какой тост был? Это был тост перед тем, как мы пошли джимовать. Вокалист встал и пошел на сцену с группой Dreamvest. Мы сыграли «Файны мисто Тернопиль» и кайфанули все, вся группа Dreamvest, ну и все слушатели, которые остались в зале на тот момент. Это незабываемо. Александр, ну мы поздравляем вас, поздравляем весь Beer Hall пробка с очередным аншлагом. Вчера проходил концерт братьев Гадюкиных. 700 человек, это, ну, это грандиозная цифра. Что ждать от пробки? 10 декабря у нас трибьют группы ICDC в исполнении официальных представителей этой группы, которые имеют легальное разрешение на исполнение этого трибьюта, собирают аншлаги в Киеве. Они в Харькове будут впервые. Они, кстати, получили даже специальное разрешение у ICDC петь свои песни и подписали официальный контракт. Вот.
летали за этим в Австралию. 10 декабря.